У студентов Кабардино-Балкарского аграрного университета появилась возможность обучаться в Польше. Сегодня руководство вуза подписало соглашение о сотрудничестве с Варшавской Федерацией высших учебных заведений. Новым партнерам подведомственны 7 польских университетов, и в каждом из них студенты из КБР смогут пройти обучение. Курсы рассчитаны на срок от года до полутора лет по социально-правовому и инженерно-техническому направлениям. Варшавская Федерация высших учебных заведений намерена приглашать и преподавателей для чтения лекций по культуре и традициям народов Кабардино-Балкарии. А польские студенты, в свою очередь, смогут поступить на любой факультет аграрного университета. По словам исполняющего обязанности ректора вуза Аслана Апажева, соглашение даст новый импульс развитию университета, улучшит академические знания в сфере АПК и не только. Появляется возможность приобщения к языковой среде. Они могут изучить английский и польский языки и тем самым получить сертификат, подтверждающий о прохождении курсов языковых. И, кроме того, имея диплом об окончании Европейского вуза и нашего Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, нашим студентам открываются большие перспективы в плане дальнейшего трудоустройства. Первые группы студентов Кабардино-Балкарского аграрного университета отправятся в Польшу уже в сентябре.